каким будет исход. Для истории мы будем героями, сражавшимися за свободу и покой своего народа. Помните, герои, страх — ваш самый опасный противник в этих проклятых залах. Скрепите свои сердца, и ваши души воссияют ярче тысячи солнц. Вас враг отступит, враг падет, когда свет праведности коснется его. Наш поход на цитадель Ледяной Короны начинается. Вы находитесь в самом сердце земель Плети. Здесь вас не защитит свет. Ничто вас не защитит. Жека, иди нахуй. Артас, я поклялся, что ты умрешь, а плеть будет разбита. Я закончу то, что начал у часовни последней надежды. Ты бы мог стать величайшим из моих рыцарей, Фондринг. Той силой тьмы, которая прокатилась бы по этому миру и перевернула страницу истории. Но тебе уже не суждено им стать. Скоро у меня будет другой рыцарь. Сломить его было очень трудно. Я подверг его душу ужасным мучениям. Он так долго сопротивлялся. Но вскоре он склонится перед своим королем. Никогда! Я никогда не буду служить тебе! В конце концов, все вы будете служить мне. Рыга там вроде аддон ругается, что у тебя удар плети низкого уровня стоит. Проникли!
смертные! Ваш путь закончится, так и не начавшись! Никто не смеет... Саваня, поменяй шмот, ты, блядь, престор. Господина... В шмоте. Ты чё бафает? Я касты дал. Кто каски дает? Не знаю. Какое, блядь? Ты бы чекнул, блядь. Этот мир волной смерти и разрушения. Просто вывернутый сидел. Постой-ка тут. Бля, вы чё, просто уже запулили? Беги, малышка, беги! Давай я лоб раздаю. Хочешь? Он автоматически раздается, там просто нажимаешь кубик и все. Надо мозг палить. Пидоров у нас в рейде нет. Надеюсь. Ну как? Один какой подозрительный тип. А кто в рейде есть на сколько? Я просто ролл нажал, я не помню. Бавара, ты выше меня по списку? У меня просто в группе нет.
потому, что наделены особым знанием. Вы понимаете, что на мир пало проклятие слепоты. Скажи, как запускает душу. Пробафайте паладины хантов по фулу. Источник истинной силы. Посмотрите на свои руки. Кто? Виталий Кун, ты что даешь? Какие бафы? Я кресты даю. Зачем ты кресты даешь, если хули пал есть? Давай кулаки. Ну, во-первых, он не говорил, что бафает. Во-вторых, я сам определил. Ну, так это, блядь, это логично, по-моему. Если есть хулипал в рейде, он дает кресты. Чем раньше вы осознаете собственную ущербность, тем скорее выберете иной путь. Для нашего господина нет ничего невозможного. Его сила не знает границ. Ничто не может сломить его. Тот, кто откажется повиноваться, будет... Славик, дай каску хнта. Тот же, кто будет служить ему верой и правдой, достигнет таких высот, о которых вы не в силах даже помыслить. Престобаф и интеллект еще бафните, пожалуйста. Маша, дай бафы. Почему? Гим, спойте, Трисия, запускаем, заходи. Да я здесь. Ну, ты сказал сказать. Вы смеете, но я вывернулся. Священные покои. Это место станет вашей могилой. Гим, вы будет, нет? Мы чего это делаем? Я освобождаю тебя от проклятия плоти. Пидоры, блядь. Что случилось? Убили меня, блядь. Это я вижу, как. А. Я в контроле. Норма, наверное, не? Да я знаю, что норма. Но он уже выходит. В норме? В
Ну, вроде, да. С одной стороны, нет. Мне показалось, что это... Не, он выходит только в Герах. Квест берем? Кончик. Кончим. Славик, ты чё молчишь-то? Я чё, блядь? Славик там партию уже хуярит. Гроссмейстером украинским. Да не, это в четверг. На следующей неделе. Благодарю духов, что они послали нам вас. Усмиритель небес уже улетел. Быстрее на борт молота Оргрима. Если вы поспешите, то еще сможете его нагнать. Кстати, это играл, когда тоже из Высоцкого цитировал песню эту про шахматы. Я сижу в комментарии, написал. Они что ответили? Ничего, не заметил. Они говорят: привет, Войт. Там ему вопросы задают, короче, типа, сколько всего позиций в шахматах? Ну, типа, он говорит, больше, чем атомов во Вселенной, говорит. Это он так приврал, причем. Гонит. Хорошо. За заблуждение, да. Их как бы прилично, но мне кажется, не больше, чем всех атомов. Ну, конечно, нет. Конечно, нет. Их даже меньше, чем, наверное, атомов в человеке. Эй, как дела? Тролл-кул. Да где фулл баф? Полностью фулл. Там, знаешь, он типа говорит, типа, вот, говорит, французская защита, вот итальянская партия, вот испанская, вот английская, вот русская, вот дебют четырех коней, блядь. И я не ебу, вот эти все дебюты... Перед всадником на Ксарамасе? Да, 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 вот прикинь. Да, кстати, прикинь, вот просто, они сидят, вот эти гроссмейстеры, они миллион книг прочитали, он сидит там и книги советует. И, короче, они знают названия вот эти все, вот. Там какой-то... Блять. Всю вот эту хуйню, короче, перечисляет, а я хуй пойму, что это значит, короче. Он-то переиграл дохуя, 20 лет играл. Как ты смеешь ступать на мой корабль? Сейчас ты умрешь. Ну читает же там книги по покеру, к примеру, тоже. Да. Там вообще тема очень лютая. Вот прикол в чем? Вот если ты новичок, да, ты нихера не знаешь, ты думаешь, вроде бы надо фигуры там сохранять, все там рубить. И оказывается, нихера не так. С типом недавно играл, не помню откуда, с Нидерландов или откуда. Короче, откуда-то, блядь. Сука. И короче, он мне ферзя загнал в этот королевский план, все расхерачил там, все это убил.
туру забрал, ладью, слона, коня забрал. И в итоге, что-то вот когда слона забирал, его королем забрал ферзя. И, короче, я продолжаю играть, думаю, ну ладно, посмотрим, что будет. В итоге он проебал, короче. У него оказались фигуры неразвитые, как слоны, кони. А у меня получше позиция была. То есть не всегда вот этот перевес. Сколько у тебя фигур там нету, даже ферзя нету. Если у противника фигуры неразвитые стоят, то есть упираются в свои пешки там или еще что-то, а у тебя нормально, типа простреливают, типа не дают им ходить, то позиция сильнее считается. Там вот таких нюансов куча вообще. Вот ты идешь, допустим, отдаешь коня там или отдаешь ферзя того же. Просто жертвуешь, короче. Всегда надо думать, ну, типа, когда рубишь что-то, нужно думать. Чё типа это противнику даст, как это ухудшит твою позицию. Это вот так сложно все, если об этом думать. И срок. Вроде бы позиций этих много, ну все просто физически не запомнить. Это надо просто смотреть как бы, ну, ситуацию, которая сейчас есть. Типа видеть все эти, сколько там. 16, 8, 8, 8, 8. Стикар, дай мне по 5 по хантам. Крест по локам тоже давайте. Ну вот баф кулаки, это МП5 никто не говорил. Бафнул кулаки, теперь МП5 говорят. Я говорю, хули баф. Да я слышу. Давай я МП5 дам. Ты же краску дала в рот. Сила и честь. Торкра, выдвигайтесь. Герои, будьте начали. Давай, бафы уже, блядь. Присоединись ко мне, отец. Хаба, ты чё, осколки забираешь один за одним? Алло, мои, блядь, осколки, сука. Как дела у тебя? Джустикар, ты можешь бафы тянуть? Ты ж хулипал, ну как, блин. Да кресты тебе говорят бафать, блядь. Чтобы забрать его тело. Старый упрямец. У тебя нет шансов. Я сильнее и могущественнее, чем ты можешь. Ты чё, еблан или чё, сука? Тихо, блядь, ты чё? Словесную порку устроил. МП5 пошёл, ой, по хантам дай. По локам. Защитой старейшин. Я пообещал. Бля, просто бези такие. Войт, а ты дай каску по лукам. О, нормально. Неважно, умер бы я или выжил. Мой сын остался цел. И чисто. Закинь моего шамана в пятый. Сегодня я исполню это обещание. Еще не готово. Жалкий старик. Хаба, ты тут? Чё ты мои осколки забираешь, заебал? Алло. Хаба, блядь. Заменю хабу. Нормальный пацан, давай, плюсу. Пиздец, второй осколок падает, он его забирает. Или кто? Кто забирает осколки? Надо помотать, посмотрим. Найдём этого негодяя, да? Гера! Гера! Исчезли уже. У кого это так? Пам, гори, брат. Войт, ты не соберешь шем. Не соберу. О, вот так вот? А я клятву не заберу, блядь. Гера, вот такой нахуй. У меня сегодня шея не будет. Бля, не начи... Кому вы эти осколки нужны, кроме хаба и меня? Кто их тыкает? Я. Сухопункт? А ты чё, выше меня, да? Ах ты негодяй. Сколько тебе осталось? Все, Геру тебя не возьму.
вас заберет. А что ты не говоришь ничего, я спрашиваю сначала инста. Войт, так Джерион. Идите фугу вообще. Ладно, не буду тыкать кубик на осколки теперь. Осколки психопункс забираю. Ты просто видишь, чат крутится, нахуй. Там всякий лут, блядь, диспел, нахуй, распыление. Кто-то похороним тебя. Флямбо, ты чё, с истребью? Гранде, рядом с матерью и предками. Ну-ка, скиньте рекаунт, а то меня со шпиля еще. Такой бы жестокой не была битва, никогда не отрубил. Флямбо, если бы у меня воля была, я бы больше тебя бы дал, Антон. Джустикар, бафай, МП5. Виталик Кун, чё бафаешь? Я кулаки баф. Кулаки бафай. Супер Пупер, чё бафаешь? Супер Пупер, ты тут? Давай каски бафай, а я нихуя не буду бафать. Вот так нормально. Вообще не нормально. Ну типа пока каски есть, если кто-то сдохнет, там будешь бафать. Если чё, скажите мне, я что-то бафаю. Сейчас с локом будешь? Да. Почему я только волю нашел? Демоном пойдешь? Афликом. Окей. Ну похуй, спекайся в Африке, а в демоне. Не, я не просто без... спросил, что мне спекаться назад или нет. Мне без разницы что. Так мне тоже, я просто чтобы два демона не получил. Ну так это понятно. Угу. Че, давайте, куда пойдем сегодня? На Синдру, на... Блин, или час сразу, нахуй эти порталы, блядь. Да, нормально. Давайте в портал все заходим. Давайте, если я кину меньше... От 1 до 33 ролл это будет чумка, от 33 до 66 это будет... Это самая кровь. Дальше это будет лед. Давайте, кидаем ролл, смотрим. А сколько это... На чумку пойдем. Какого хуя моя копия быстрее, чем я бежу? Ну такая вот, зачарила тапки. Хаба. Халовский талант скачала, сука. Ну, вару ничего не надо. Ну типа, шаману это ханту надо что-то или что, я не понимаю. Да сиди, ладно, забей. Два клака оденутся? ДПС, ДПС. Нет. Тут и так ДПС нормально. Капар зашел, сейчас еще плюс 40, как ДПС будет. Сейчас смотри, нихуя он локом. Просто всех обоссы. Талика нету. Талика нету, да ты и без талика нормально ДПС. Окей, его нахуй, конкурент на талик. Лаки вкусные. Вот, принеси Дарт Свет в пятую пати. Славик, я пока это, на ручи сейчас зачарю, скачу. Ага, антисептик крем, да? Чарь. Чё в итоге вас хилит? Лапа, Фога, Джускар и Дарт Свет, да? Бога, нахуй тебе этот хил, блядь, пекай сейчас кота. А, это фламба, надо шклят. Сорян, перепутал. Мы и так в три хила идем, нормально все. Смотрите, сейчас собаку захильте, а то будет как Рейдис на Соксом, блядь. Тут нету престов ебанутых, которые в АФК ушли.
и который в Mortal Kombat рубится. Кстати, о Mortal Kombat, ебать. Сори. Так, скажите мне, за кого пройти ступеньку? За Лю Кенга, за Кунг Лао, за Джонни Кейджа, за Рептилию, за Саб-Зира, Шансунга, Китана. Ну и Саб. Нет. Это какой Mortal Kombat? Второй. Фу. Милена. Шансунга, говорит. Десятый. А там это, Антоха, три части, да, их? По-моему. В смысле, на Сеге-то что ли или что? Да. На Сеге 4. А-а-а. Ну типа 4, там, да, там есть там спанова какая-то серия. Ну, выпуск. Ой, ты знал 10-го Маркума? 9-й какой-то играл, там на комп ставил, что-то пробовал. Пизды получил. Хуй знает, я играл Mortal Kombat или не Mortal Kombat, еще, блядь, на приставке нахуй. 8-битки. Вот это приставочный у меня, да, там первый был на 8-битке, второй там на 16-бит пошел. На контейнера винера. На PC-шник вышел 4-й Mortal Kombat, а на Sega был... Какой, блядь, второй? Первый, не помню, тоже вроде был. Второй, третий был, и третий ультиматум был. Да, ультиматум последний на Sega. Да, потом Пас, уже на контейнере. Самое четкое. Матару там Шалканг. Я знаю до сих пор, как помню. Ты знаешь, как когда меню-то вводишь код. Там выходит секрет и там вся фигня такая. Таймер отключает. Фаталити, чтобы на одну кнопку нажал. Ацы вверх, бы вверх, вниз. Ц вперед, а назад наверх, ц вперед, а назад блин, наверх. Сказали, мне надо хоть сик купальник. В таргет ДК взял, уважение руки, но... На кого-то накинулась, но не на ДК. Может, и на него кинулась, тут атака в силу уменьшает. Тут ничего себе, там 75 тысяч. Блядь, у него на 100% хил срезан, как ты думаешь, сколько к нему прилетит? Где и Квойда на канал, так, я на собак лучше. Собака, кстати. Слышь, блядь, коньки убили трэш. О, ленточка летается. А я до Китана дошел. Звоните, пожалуйста. После нее там Лю Кенг. Там самое веселое третью столбик проходить, там жестко. Третью зону сайбу это всем жопу не будет. Хотя Шаукана не получается убить. Пикнися. Задрачиваться надо. Фу, блядь. Я в детстве вообще там целыми днями сидел. Писать себе сумонить капор. Капор, ты где? Вот он. Все, запускай. Дайте бафу-то хуй.
Хотя есть так, с раски еще стоит. А это нормально, когда босс так поворачивается? Да. Личные новости, народ! Снизь снова потекла! Кто знает, откуда паладины вообще произошли? Вообще, откуда это слово взялось? Зла пидораса, сука, блядь, парень. Ты слышишь там? Паладины — это святой класс. За этот класс только святые играют. Элитные игроки. Которые мальчиков любят, да, маленьких? Ее боги. Не-не. На самом деле, что вам сказали, вы не верьте, там, что паладины геи, там. Паладины же есть эльфийки, там женский бог. Значит, они не геи, понятно? Логично же, Антоха, логично? Логично. А паладины — пидорасы. Это эльфы-пидорасы. Это, типа, специальный класс. Ну вот почему, ты вот докажи, вот, давай мне аргумент какой-нибудь. Почему они такие? Они были такие. Я тебе говорю, вот, а... У эльфов есть эльфийки, ну, допустим, я могу сказать, что они могут натуралы быть. А кто у паладинов есть? Никого, правильно, блядь. Ну как они это? Эльфийки есть. Правильно, Антоха, по логике? Тут? Давайте узнаем в интернете, что такое паладины. Не, в интернете там все нехорошее и там врут. Так, смотрим, паладин. От латинского палатинус, буквально дворцовый. Название высших придворных, военных и гражданских чинов при дворе римских и латинских императоров. Рыцарь из высшего сословия. Высшего сословия только играет, понятно? Так что вам это не дано никогда. Так, история образа. Мы узнаем. Кто такой паладин? Данное понятие пришло к нам из французского языка и уходит истоками в итальянский язык и латынь. Определение паладин относится к рыцарям, вышедшим из высших сословий, которые отличаются фанатичной преданностью какой-либо идеи или личности. Так, ну блядь. Французов. Я же говорю, только это самые высшие игроки такие вот могут играть, люди на паладин. В нашем случае преданность паладинов свету, да? Конечно. Запускайте. Там, кстати, доспех на Википедии без понтового смотрится.
наступай. Далеко стоишь, да? Тухлопус, ты всегда был моим любимчиком. Ой. Что-то не то нажал. Стой. Что оставил столько газа. Я его даже чувствую. Слушайте, а это нужны наручи? Ой, то есть не наручи, а шея вот эта вот. Хотел следовать нажать. Мне не надо. Поставьте плюсики хотя бы штука. А, нужна, да? А, это самое. А не отменится лут у него, если его кикнул, не? Хотел следовать нажать, что-то исключить получилось. По поводу шеи, короче, этот паладин. Ты тупо под паладину, блять, распылил шею, нахуй. Ты кому говоришь? Надо не деть, блять, чтоб не пылили. Ой, пикнул, блять. Пиздец, а ну чё творите-то? Зачем так делаете, ёпта? Если кто-то нажал, мне это нужно, она не должна пылиться. Вон этот джойстикар нажимал да. Ну, сказал это, да, что нужна. Это произошло случайно. Я это самое. Хотел нажать следовать, короче, за ним. Получилось исключить, сука. Ну, мышка дернулась. Багруха идет. Сука. Класс, у тебя не дергаете там еще? Нет. Ну, хули, два. Да. Ну и че, блядь, запускайте хули. Подожди, не спеши. Маны нету или залейте маны. Да нормально мана, вон на пиво же и на лезть. Запускай. Личные новости, народ. Собака умирает у Лока, блядь. Резай собаку свою. Нахуй нужна. Блядь, я сейчас долго буду призывать ее. Так ты шафик, ты все равно бурса нету. Блять, я аж подавиться. Блин, тоже поесть надо. Может, это лучше дамажить будет. Что-то я ничего не чувствую. Что? Это еще откуда?
вкус как вишенка. Сделал сразу или потом? Извините. После слизня. Поезд тут на мейн берем. Кому поезд нужен на мейн? Там вон сова не писала спек, который мы рулим. Вон сова не передай. А у тебя какой лингони? Хорошо, десептик. Ну пускай здесь и тем стоит. Этот отдай Саване. Где спрятать листы? Но она не умеет. Может умеет, только не сразу. Чем сразу пить? Современная культура. Если говорить о том, кто такой паладин в наше время, то на ум тут же приходит жанр фэнтези. В данной части статьи речь пойдет о таких проявлениях современной культуры, как компьютерные и настольные игры, а также некоторые литературные произведения. Сейчас слово паладин применимо к рыцарям с магической силой, которая имеет божественное происхождение. У такого воина нет смертного покровителя в виде короля или императора, он следует добру и посвящает свою жизнь борьбе со злом и порождениями тьмы.
Паладин должен обладать сильной верой и возможностью призывать на помощь божественные силы одной лишь молитвой. В этом заключается его главная способность. Так он, блядь, священник, что ли? Да. То есть все скиллы, которые ты юзаешь на паладине, это молитвы. Молитва, как она называется? Молитва молота праведника. Отчаяние, блядь. Лол. Существует большое количество информации касаемо того, кто такой паладин в играх. К примеру, механика популярной настольной РПГ «Подземелья и драконы» наделяет такого персонажа определенными заклинаниями и способностями, схожими с теми, что находятся в арсеналах светлых жрецов. Что касается доспехов и оружия, то они довольно-таки специфические. На их изготовление всегда уходят только качественные материалы, а внешний вид украшается различными узорами, древними символами и рунами. Из оружия такой герой предпочтет двуручные мечи или огромный молот. Иногда паладинами становятся представители королевского рода, но в некоторых случаях ими могут быть герои, которые совершили великие деяния. Понятно вам? Правильно, это не вар, который там, блядь, с любой дубиной бегать будет. Все радоваться. Шиит, ломает. Вары, мне кажется, это вообще отморозки. Вары — это викинги, типа такие яростные, все дела, щиты, копья, оружие, бойка. А роги — это гопники, короче. Перо под, это под ребро, все да, дела да. Там, да? Где, говорит, бабка? Я ее того, пером по горлу в колодец. Как там провилку-то? Четыре дырки, и ты там как-то, блядь. Забыл. Не бойся ложки, бойся назад, бойся вилки, один удар, четыре дырки. Да. Один удар, четыре дырки, да. Два удара, восемь дыр. А что если вилки три зубчика? Что тогда? Жертву будешь прогрызать тогда. Если с двумя зубьями так. Ты вообще пиздец, два раза бить придется. Чё там? Запускайте. Глупые смертные. Думали, что одолели нас. Сан Лейн, непобедимые воины короля Лича. Так значит обнова вышла, вот она, видите, что базарит, и потом еще что-то базарит новое, значит обнова вышла. Да, чуть позже не запускается. Ну сильнее вихрь стал бить, да и все. Или броню игнорирует. Ну то, что бабл игнорирует, это, блядь, фигово. Бабл всегда игнорировал. Кого? Взрыв игнорировал бабл всегда. То же самое, как и голема, там глыба мага, например, не спасал. Вот я сейчас стоял, не отходил, по мне 28 тысяч. Интересно, с вот базе. Вот вы сдохли. Вы, наверное, в первый раз здесь питал, супер, пупер, хабалар, черыга. Когда такой вихрь кастуется, надо прожиматься. Значит, он 60 тысяч. 58, короче. Если вы типа стоите в куче миликов, если у вас там 5 штук, то вы должны прожимку отдать какую-то. Ну, я видел. Это тоже, это не оправдание, это твоя проблема. Нечего тыкать на босса, который еще не надо. То есть, это понимаешь? Кинетику все РПГ сейчас бьют.
Паладины пускай бьют нахуй. Что это, сука? Даже эта пружинка бьет 10 раз. Ой, я подошел, что-то бой ебашу. Что-то мне подсказывает, что-то прилетит. Алло, блин. Алло. Чё? Кто там? Чё? Где мы запрыгнули? Сколько пролетело к тебе? 21 007 попаданий. А у меня 28. Фишка в том, что могущественный вихрь создает удар у каждого, вокруг каждого игрока. Если типа несколько игроков соберутся вместе, то их удары друг по другу суммируются, типа, будет наносить большой урон. Если бы я БЗ не отдал, по мне бы 42 тысячи прилетело. У меня как раз хп 42 тысячи. Не, по мне бы почти 60 прилетело. 56, короче, прилетело. Ну ты в толпе стоял, вы все в толпе стояли. Не, а мне так интересно было, я поэтому специально стоял. Вот кому интересно было, он, они все сдохли, и теперь их резать надо и бафать. Не могу я тебе дать бобби. Так, ну давай, я дам контроль. На лока дам бобби. Да, лок, давай. Нахуй, совет давай. Совет? Саван, дракон, на нас вон давай. Ватировался вначале. Не бегут на меня уже. Обычно локи это как мели вырывается демоном. Носит боб. Да, никогда так не играл. Ну это в трэш что ли вырываться лок? Угу. Обычно ну, говорят как мели же становится все демона. Там мели бегать туда-сюда. Вес и дела. Что-то заметили уже какая буешка, по-моему, пятая упала или четвертая. Рейд Войда, это тебе не хухры-мухры. Ты считаешь, в смысле, с трэша и с боссов вместе? Угу. Сейчас еще буква Х упадет. Ничего не так. У нас сказал, вчера что? Не, просто это у нас вчера в целка где-то сколько кризис, сколько у нас буешек упало до это до кораблей, по-моему, 3, да? Не, по-моему, 3 упало. У меня как-то с ребра 3 буешки упало, 3 кольца просто с первого босса. Рад был. Да. Себе забрал, да. Не поделился с другим. Две разролил, одну себе забрал. А, ну что ты молодец.
Мне вот чисто это интересно, вот на X5, там, на X100, там, не знаю, на таких